Блин, это так тупо и смешно. Как бы выглядели бравлеры, если бы они были толстыми? Сегодня мы вместе с вами это узнаем. И посмотрим анимацию Бравл Старс Анимейшн «Толстые бравлеры» с канала Брату Арт. Перед началом этого ролика обязательно поставьте свой лайк под этим видео. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И давайте с вами попробуем собрать, ну для начала, 100 тысяч лайков, окей? Собираем 100 тысяч лайков под этим видео, и тогда я остановлю этого огромного була, который придет за вами, если вы не наберете 100 тысяч лайков. Итак, ребятки, 4 миллиона просмотров, 122 тысячи лайков. 6 июня 2020 года был опубликован мультик, это было буквально месяц назад. Ой, как быстро время летит. Ребят, скоро в школу, сейчас июль уже потихонечку подходит к концу, потом август, это почти как воскресенье, потом сентябрь, 1 сентября, с утра вставать, в 7 утра идти в школу. Эх, блин, неприятно. Жаль, что такого у меня не будет. Ладно, поехали. Subscribe. Он нажал на колокольчик и подписочку. Это значит, что вы должны подписаться и нажать на колокольчик. Так, окей. Опа, кактус. Что это? Это банка. Кактус такой. Оу. Сзади Эль Прима. Ну, Эль Прима его не догонит. Посмотрите, какие у него маленькие ножки. Именно про это я и говорил. Сложные математические решения. Черт, я должен сделать кувырок вперед, потому что я настолько огромный, что я похож на Луну. Опа, опа, опа. Смотрите, он кулаками бьет по земле и таким образом создает вибрацию. А, вот, смотрите, кактус упал, да? Ну все, вот я тебя и достал. Он в него кидает колючками. Ну, в этой ситуации реально не выигрывает Эль Прима. Потому что кактус может просто валяться на спине и кидаться в него колючками. Если, конечно, этот ворон не прибьет этих двух. Так, что задумал ворон? Сейчас он колобочком влево, да? Он подпрыгнул! What? Как он подпрыгнул? Чем он подпрыгнул? Ладно, давайте мы сейчас с вами уберем все свои странные мысли. Вы, наверное, думаете, что ворон взлетел на пердеже, но это не так. Воу. Так, окей, Эль Прима убили. Кактус куда-то летит. Тоже врезается за зону. А, нет, рикошетит и обратно улетел за зону. Кроу убил Спайка. Так, и Кроу такой, да, это моя банка. Блин, было бы забавно, если бы за место этих вот банок были бы настоящие банки, какие-нибудь банки Пепси. Тогда было бы понятно, почему все эти бравлеры стали такими большими. Окей, получится ли у него дотянуться до баночки? Оу, он взорвался. А, нет, это Шелли его накормила свинцом. Así me gusta. Así me gusta? А, типа, остановись-то. Оу, это Пока. Такого Пока я бы не смог завалить, честно признаюсь. Это моя банка. Такая, оу. Ему абсолютно все равно на мои выстрелы, потому что это Пока. А Пока может стрелять издалека, если не ошибаюсь. Дальше, чем Шелли стреляет. И Бул подтолкнул Шелли. Оу, ноу. Сейчас, походу, Пока взорвется. Окей, хорошо, вот мы с тобой встретились. Ну что ж, я предлагаю разойтись мирно. Нет. Еще кто-то остался, да? Ой! Джин? Так, она спряталась в кусты. О! Коктейль. У нее появился гениальный план. Сейчас, когда Джин подойдет ближе к этому коктейлю, она возьмет этот коктейль и под ультой быстренько убьет Джина. Ммм, коктейльчик. Похоже на ловушку. Но тут Шелли такая... Шелли просто такая огромная, аж не помещается в кусты. Упс. Что с ней? Оу. Он ее схватил. Да, у него же есть фантомный кулак, точно. Но он вылетел за зону. Она заняла топ-1. Нет, 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 нет! Выиграла Нита, которая всю игру просто сидела в кустах. What? Это слишком гениально, чтобы быть правдой. Я в это никогда не поверю. Все ниты всегда идут в раж. Не, ну, смысл играть за ниту и сидеть в кустах. Окей, ребят, я считаю, что это была вполне забавная анимация. Я поставлю лайкосик этой анимации. Вот так вот. А теперь давайте мы с вами заценим вторую анимацию с этого же канала. Если что, ссылку на оригинал этих роликов и ссылку на канал автора я оставляю в описании под этим видео. Так что можете зайти и заценить его видосы. Это не реклама.
реклама. Вторая часть, 1,5 миллиона просмотров, и он ее опубликовал 3 дня назад. Что? 71 тысяча лайков. Будет забавно, если я побью его рекорд. Да. Вау. Ну что ж, поехали. Опять нажимает на подписочку, на колокольчик, но это не столь нативно. Так, хоба. Заспавнилась Нита и Леон, и они не могут нормально заспавниться, они застряли. Оу. Нани? Так, окей, Нани убили. А как Нита с одного удара убила Нани? А, это типа шутка, что у Нани слишком мало хп, я все понял. Так, окей. Опа! Сейчас Мишка заспавнится. Оу! А где у Мишки второй глаз? Оу, грустно. Так, 8-бит такой. Нет! It's me, Mario! Блин, мне это будет сниться в кошмарах. Так, они докатились до баночки. Динамайк такой. Банка. Дай-ка я ее соберу. Но там была пасхалочка. Тут был Гейл где-то рядом. Упс. А, это типа парное столкновение, возможно. Так, и он улетает на этой штуке, но пружина сломалась. Да. Вот что было бы, если бы все бравлеры были бы толстыми. Гейл бы не смог на своих пружинах катапультировать всех бравлеров. У него бы гаджет был вообще бессмысленен. На динамите. Тоже что-то не особо улетел. Оу. Барли пришел на помощь. Мой спаситель. Я тебя защищу. А, ладно, их обоих завалили. Две халявные баночки. Ну что ж, вот мы с тобой и нашли эти банки. Подкрепимся? Подкрепимся. Правда, это не кола, так что фи. Они не могут дотянуться до баночки. Оу, а тут Биби и Фрэнк. Так, как они будут действовать? А, он типа сделал Ниту невидимой. Блин, это так тупо и смешно. Или он такой: видала, как я их обманул. Они даже ничего не заподозрили. Мы были максимально беспалевны. И сейчас они позади них стоят, да? А, да. Прямо перед ними. Ну что ж, от нас не уйдете. Что это было? Метеорит? А-а-а. Все понятно. Так, ну сейчас им бачка немного поджарит. Минус Спраут. Оу. Опять Спраут заспавнился? В смысле? Опять? Это что, лаг какой-то? One eternity later. Какое-то время спустя. О, ничего себе у них банок. Почему Спраут спавнится? А, понятно. Пэм это луна. Если бы Пэм была еще толще, то она реально была бы похожа на Луну. Извините, извините, плохая шутка, плохая шутка. Их дымком там убило. А, стоп, это... Фу! Я, кажется, понял. О май гад. Ребят, смотрите. Оу, фу, оу, 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 зачем я это пересмотрел? Посмотрите на ее хитрое лицо, оу май гад. Она просто взяла и пернула на огромную планету. Так, все, 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 ребят, с меня хватит. Это полный финиш. Давайте мы лучше с вами посмотрим на танцующего кольта, это намного лучше. Ну что ж, ребята, я думаю, что на этом наш ролик будет подходить к концу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая анимация вам больше всего понравилась. Ну а также не забывайте поставить свой огромный лайк под этим видео. Увидимся с вами в следующих видео. Адьос! Playtime!